Перед началом каждого рейда его участники проходят инструктаж. Сегодня они вышли на проверку леса, городских кладбищ и частного сектора. Первая точка выезда и сразу же пожар. Приняты меры по ликвидации возгорания кладбища в микрорайоне Шишковка на общей площади более 200 квадратов. Хотелось бы отметить о том, что в черте города это уже третье возгорание на кладбищах. И в преддверии родительского дня хотелось бы обратиться к жителям города Улан-Удэ, которые будут посещать кладбище, о строгом соблюдении требований пожарной безопасности, запрете сжигания мусора. С 5 апреля в городских лесах введен особый противопожарный режим. До 24 числа запрещается находиться и въезжать на транспорте в лесной массив Улан-Удэ. Распоряжением администрации города Улан-Удэ введен запрет на сжигание мусора и разведение открытого огня. В рамках выявления данных фактов нарушений из числа сотрудников города Улан-Удэ созданы патрульные группы для оперативного реагирования на случай возгораний и выявления данных нарушений. Административная ответственность, это также действует особый противопожарный режим от 1 до 40 тысяч. Также пожароопасные работы запрещены в СНТ, ДНТ и различных предприятиях. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.